По факту такие вот. Привет. Как дела? Как всегда, великолепно. Это прекрасно. Хотите что-то спросить, узнать? На самом деле зашел чисто пообщаться, потому что скучно. Один человек посоветовал поставить страна Украина, и я не то что удивился, прям под впечатлением от всего Чего так? информационного потока, который идет В через чем, наши что страны. именно вас удивило? Вы первый собеседник, который... Я сейчас буду, пытаться культурные слова подбирать, которые не ругается, который общается, ведет диалог, неважно на какую тему, неважно с какой позиции, у каждого человека есть своя позиция, каждый живет в той ситуации, в которой живет. Ну вот, если ясно мыслишь, ясно излагаешься. Ну, так продолжайте мысль. Вопросов, в принципе, нет. Вы сказали, что вы выставили Украину, и все то, что вы услышали и увидели, вас поразило. Вопрос, что именно? Ругань и невозможность вести конструктивный диалог. Неважно, как он, хороший, плохой, я говорю, у каждого своя позиция. Вас Но поразило ответ нет. и удивило количество ненормативной лексики по отношению к вам. Правильно? Я не воспринимаю это на свой счет, это в принципе в эфир. Когда люди понимают, что я с России, сразу Ну, сразу кучу Вопрос. всего. У меня вопрос сразу к вам. Как вы думаете, по какой причине люди из Украины выражают свое негодование и свою ненормативную лексию по отношению к вам, понимая, что вы живете там, я не знаю, ну, в Российской Федерации, там, я не знаю, Мэриэль или что-нибудь еще. Потому что есть ситуация та, которая есть, естественно, откладывает отпечаток, ну и у кого-то не хватает нервов нормально разговаривать. Но как же может украинец нормально говорить, если он понимает, что перед ним, например, находится человек из страны, из которой летят ракеты по нашим городам и убивают наших людей? Или же понимая, что войска вашей страны зашли в мою страну и сейчас ведутся активные боевые действия? Да, они ведутся, но здесь нужно посмотреть на причины. Всегда надо смотреть причины, в чем они. А в чем причина? Я не хочу на эту тему разговаривать, это все А зачем вы разговоры, тогда которые вышли в никому не эфир, полезны, если которые... вы не можете аргументированно, высказывать свою мысль? То есть вы об охоте, об рыбалке, о погоде или о чем-либо еще будете говорить? Вообще я люблю общаться об автомобилях и о путешествиях, но раз уж вы задали такой вопрос, я не хочу углубляться, если сказать коротко так по-русски, на задолбались. То Можно есть так сказать. настолько наделали, что теперь ваши войска зашли в страну и убивают народ. Потому что вам показалось, что они что-то делали не так в другом государстве. Я правильно понимаю? Бывают разные варианты. Иногда бывает такое, что один человеку, другому человеку, взял, плюнул на рукав, там, неважно. Говорит, ой, извините, пожалуйста, вот тут, блядь, не хотел. 9 человек из 10 скажут, ну, не хотел, случайно получилось, всякое бывает. А бывает человек, десятый, который ничего не будет говорить, а
вытащит автомат и просто убьет с автомата этого человека, его мать убьет, детей убьет, расстреляет, расстреляет его родственников и его соседей. И при этом скажет, а наверное он просто дозалупался на меня. Просто он плевал на меня. И поэтому я убил его, всех родственников, блять, и всех родных. Поэтому я расхуячил и расстрелял их всех родных. Нормальная позиция. Серьезно? А ну-ка, родной мой, я хотел бы тебе задать вопрос. Насколько мы, как Украина, в твоем понимании, делали что-то не то, чтобы вы настолько были обозлены на нас, что вошли на нашу территорию и начали сносить города? Такие города, как Волноваха, уже нету. В городе Мариуполе, закрой ебальники, дослушай до конца. В городе Мариуполе более 87 тысяч человек остались, ну, мертвыми, потому что вы их убили вследствие того, что вы зашли. Это ж насколько надо было, чтобы другая нация вас достала, чтобы вы начали убивать. Слушайте, вы знаете, на кого вы мне похожи? Вы похожи на фашистское государство, которым почему-то перестали нравиться евреи. Понимаете, это твари, которые рассказывают нам о том, что мы довыпендривались, и при этом они решили уничтожить нашу нацию. На клык, твари позорные, можете только взять. В лучшем случае, тупо на клык.